Экскурсия по РАО – это новый уникальный проект Российско-Армянского университета, в котором могут быть задействованы учащиеся с 8 по 12 классы и их родители. Данный проект направлен на ознакомление с университетом. Программа включает в себя посещение спортивного комплекса, парка Благодарения, Дома культуры, а также центров и лабораторий Российско-Армянского университета. Для школьников это отличная возможность из первых уст узнать, как поступить в РАУ и какие самые актуальные направления на сегодняшний день. Самым внимательным и активным гостям подарят памятные призы. Отметим, что данный проект на бесплатной основе. Для участия нужно заполнить заявку на сайте РАУ.